Недоброе утро встретило сегодня владельцев этих автомобилей. Nissan и Honda ночевали припаркованными у дома номер 9 по улице 40 лет в ЛКСМ во Владивостоке. Со слов сотрудников дорожных служб, гидравлические испытания на тепловых сетях спровоцировали мощный паровзрыв. Его эпицентр оказался как раз под Honda Fit. Куски асфальта выбросило на тротуар. По словам коммунальщиков, если бы не автомобили, то булыжники точно прилетели бы в окна квартир. Fit провалился в образовавшийся проем. Его удерживал только собственный бампер. Сейчас дорожники устраняют последствия порыва, освобождают тротуар и проезжую часть. Собственники автомобилей пока находятся в счастливом неведении. Такое ЧП не страховой случай, если машины не застрахованы по полису КАСКО. Ущерб пострадавшим возместит дальневосточная генерирующая компания. В результате проведения гидравлических испытаний произошло повреждение на участке магистральной тепловой сети. Специалисты приморских тепловых сетей находятся на месте для ликвидации повреждения и выполнения восстановительных работ. Ответственность ДГК за нанесение ущерба третьим лицам застрахована.